Любишь ласка-палочку? Ласка. Ласка любит есть палочки макаронные. Ласка. Ласка. Она их ловит как бы и ест. И ест. Колбаска, ласка, колбаска. Что, заинтересовалась? Кто это? Кто это? Ну? Не съела, а обычно ест. Просто ей грустно. Она хочет, чтобы ее погладили. Хочет, чтобы ее погладили. Ласка. Вот так она ест макаронные палочки. Ого. Все, съела. Молодец, ласка. Ласка. Молодец. Хорош. Она просто любит любые хрустяшки. Она даже не ест колбасу, ничего такого. Рыбу не ест, но она ест. Она любит есть эти, как его называют? Хрустяшки такие вот, типа. Как они называются? Ну, эти китикет. И любые другие хрустяшки, например, вот печенье любит, палочки вот эти вот от этого, как его называют, от макарон. Вот такая вот ласка у нас. И сейчас задумалась, что сделать дальше. Или продолжить трапезу, съев хрустики, или пойти дальше. Вот такие дела.